Идем снимать новую серию братишки-спасателя к Лехе в сторис. Заходите смотреть. Братишка-спасатель! Пора работать! Братишка! Где он? Эй, братишка, ты где? Сейчас будем снимать братишка-спасателя. И в океане его нет. Где он? Леш, ну он вообще здесь или нет? Где он, скажи мне? Он у ребят в комнате, может вот быть? Он. Братишка, спасатель. Пора работать, пора снимать видео. Выходи. Давай. Один кусочек мы сняли с братишкой-спасателем. Так что смотрите у Лёши в сторис прямо сейчас. Братишку-спасателя, новые серии смотрите у Лёши в сторис. Уже готовы и выложены, поэтому переходите по ссылочке и смотрите. О, братишка-спасатель, мой хороший, идет. Как ты? Да плохо, блин. Что случилось? Нет, никто не тонет, некого спасать. Блин, братишка, расстроился. Да ладно, не переживай, завтра все равно кто-нибудь тонет. Братишка, ты все равно лучше, будет скоро работа, ты красавчик. Братишка-спасатель, работа появилась на страже острова. Братишка-красавчик, спасай, братан, спасай его, братишка. Быстрей, быстрей, красава, ты лучший, ты герой, давай, братишка. Сейчас мы узнаем, что жрет Купин по ночам. Ну-ка, давай, показывай. Мясо. Мясо. Молоко. Молоко. С так. И печенька. Все, достаточно. Все? Я думаю, что мне хватит. Маюша сейчас все решит, давай. У нас есть дерево памяти, на котором каждый оставляет свое имя, чтобы о нем не забыли. Вот есть Болинская, я, Йося, агент Купит, агент Донцо, конечно же, Вика, Штрих, Шева Витязь. Маюша решает, понеслась. Расскажи нам все. Книга жалоб и предложений, что устраивает, что не устраивает, сколько колбасы закупить. Прекрасно, прекрасно. Антирекламный скотч, чтобы залепить вот эти всякие надписи на футболке. Замечательно. И пиджачки для малышей, для тех, кто очень хочет почитать. Злат, ты просила у своих подписчиков поддержки. Зачем она тебе, если у тебя есть такой кавалер? Ну, он меня поддерживает, но недостаточно. Мне нужна общая поддержка. Выколи ему глаз. Тебе не хватает моей поддержки? Хватает, надо больше.